При царизме они тоже относились сюда, к нам, к России. Но потом все вот эти передряски, видоизменения и так далее, потом, значит, при самом деле это все наше одно. На приеме, уважаемые. Я тоже поздравляю с наступающим новогодним праздником, старым Новым годом. Пожелаю здоровья вам и вашим семьям. Мира, счастья, долго поболучим. Да, спасибо, Юрий. Всего вам доброго. Также всех в новом году. До свидания. Пожалуйста, Кеора, Затера, 6, ЛУ, 6. Пожалуйста, последняя Ольга, кто? Лена, Анна, 3, Зинаида, Наташа, Ольга, прием. Угу, принято. Вот, Резоя, Николай, Ольга, Яра, 6, Василий, Ульяна, 6. Здравствуйте, добрый вечер. 5-9-5, Николай, Ярсгир, прием. Да, Коля, добрый вечер. 20 сверху, Сергей, Белгороде. Коля, звонил. Это первое. Вот это второе, и опять первое. Большая разница. Первое 5-9+5, второе 5-9+15. Ого, значит, на этой трассе вертикал выигрывает. Ну, понятно, ясно, будем менять. Все доброе, Коля. Спасибо, с Новым годом, с праздниками. До встречи. Да, спасибо, Сергей. Всего доброго. Также вам всех благ в Новом году. До свидания. До свидания. Так, Щука, Ульяна, Борис. Немножко прессик только не уловил. 4, Ульяна, Борис. 5-9, Бронко, Николай, Арбир, прием. Да, Вячеслав, Запорожье. Принято. Поздравляем новогодними праздниками, наступающим старым.
Да, Виктор. А вы сама вас еще ведете? Или где-то сохранили на время? Да, я знаю, Азер. Дело в том, что мы в Адлер ездили в аэропорт, там, когда я отдыхал в частном секторе в Гудауте. Вот, так мы с Гудауты ездили в Адлер, с Москвы самолет, там прилетал у него там сын, вот, на его день рождения. И мы ездили машиной, забирали с Адлера, с аэропорта, вот, и его сына. Вот. Ну и в Сочи отдыхали мы, вот, то же самое. И так же самое на адмирале на Мехтимове, который затонул, тоже останавливались, тоже, вот. Ну и Адлер так немножко, кажется, знаю за время. Вблизи Майкопа. Повторяю, отдам имя, отдам и котиха около Майкопа. Прием.